Приветствую, друзья, с праздниками рождественскими. Я вас поздравляю. Хочу поблагодарить тех, которые пишут комменты, дискуссии устраивают вокруг метода ключ. Хочу сделать подарок. Хочу рассказать вам сегодня о том, что, ну, во-первых, ангел-велосипедист. Видите, как он летит, добрую весть несет. И хочу рассказать вам о том, как управлять своим состоянием, если вы еще пока не умеете. Может быть, вы новичок. Но для новичка я рекомендую посмотреть под видео прикрепленный коммент. Потом, значит, я рекомендую посмотреть ключевое дыхание одноминутное, которое это вообще суперская вещь. Многие этим пользуются, многим помогает. Это я знаю из многочисленных благодарностей, которые мне пишут, и в личке пишут, и в группах Фейсбука, и в группах ВКонтакта, и в Телеграме. На канал Телеграма подписывайтесь, так и называется канал «Метод ключ» Хасая Алиева. Да, и там очень многие обмениваются опытом, это вам интересно будет посмотреть. Я обычно всегда просматриваю и свой YouTube-канал, и очень благодарен тем, которые пишут комменты, потому что они с пониманием относятся к вопросу, продвигают этими комментами школу нашу, развивают, потому что мы очень много даем бесплатных полезных советов, как выйти из состояния страха, как выйти вообще из стресса и состояния душевной боли. Это многим нужно в условиях неопределенности. Вы должны понимать, что есть функции в организме, которые управляются прямой командой мысленной, а есть функции, которые не управляются. Вот, например, зрачок. Но разве можете расширить или сузить зрачок одной командой? Или поднять руку одной командой без мышечных усилий? Там нужен посредник. Ну, например, чтобы руку поднять без мышечных усилий, нужно вообразить. Вообразить, откинув все посторонние мысли, вообразить, что рука всплывает. То же самое и все остальное. Но я шучу иногда, и вы должны понимать об этом. Если хотите, чтобы что-то поднялось, значит, одной командой вы не сможете это сделать. Приказу это не подчиняется, надо вообразить что-то. Вы знаете что. Так вот, представьте себе ситуацию. Есть условия, есть состояние, когда эти команды уже могут влиять на ваше состояние, на ваш организм. Это нулевое состояние, это вообще состояние безмолвия, когда эмоции не сопровождаются мысли, когда мысли текут, как облака, и ничего внутри не задевая. Да, потому что эмоции, по существу, это оценки. Как только появляются оценки, появляется ваше отношение к этому. Но когда отношение появляется, энергия мозга, она уже не так распределяется, как нам бы хотелось. Потому что, вот представьте себе, человек попал в неопределенность. Вот как сейчас, многие в неопределенности, что будет завтра. И мы надеемся, что завтра будет лучше, чем сегодня. Поэтому мы говорили в Новый год за ваше здоровье. Да, поэтому мы сейчас на праздниках и позже будем говорить здоровья вам и счастья, друзья. А я буду напоминать о том, что когда вот погоды, как сейчас, меняются, возникают аномальные перепады, нужно размять уши, нужно сделать узелки для памяти, вот эти якоря, чтобы не накручивать себя, потому что когда погода резко меняется, очень многие люди чувствуют какую-то вот непонятную такую неестественность, тревожатся, пугаются и начинают себя накручивать. И я хочу вам сказать о том, что создание фобических состояний, создание патологических доминант, создание вот этих психосоматических нарушений происходит по тому же механизму, вот услышьте, пожалуйста, по тому же механизму, что и образование позитивных доминант. Это фиксация внимания на ожидаемых последствиях. Вот если вы из-за неприятной ситуации вдруг
начинаете заводиться, фиксируете свое внимание на том, что будет сейчас хуже, хуже, еще что-то будет такое. Вот эта фиксация внимания, это есть уже доминанта, потому что стресс это тоже уже транс. И фиксация внимания это тоже транс. И страх это транс. Да. Вот представляете, а мы обучаемся в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus. Выходить из транса, выходить из стресса и создавать себе доминанту позитивную, которую сами хотим. Да. Потому что механизм один и тот же. Фиксация внимания. А фиксация внимания – это состояние, знаете, когда легче всего тренируется. Когда нужно мало тренировочного времени, чтобы создалась новая доминанта, чтобы создалось новое ваше бессознательное, сознательное отношение к чему-то. Например, к той же стрессовой ситуации, к стрессу, любому стрессу. Там может быть любовь какая-то невзаимная, там может быть стресс из-за того, что работу кто-то потерял, там может быть стресс, что на работу хочет устроиться, тоже волнуется. Ну, любой стресс может быть. И вот есть состояние, где нет конкурирующих доминант, и там ноль доминант. Там вообще нет стресса, там вообще нет ничего. Это состояние нулевое. Это состояние глубинной душевной безмятежности, состояние глубокого душевного покоя. Вот там мысли могут некоторое время протекать, и ничего внутри не задевая. Это состояние между сном и бодрствованием. Ну, такое особое состояние, нулевое. Если вы это нулевое состояние получили в исходном состоянии высокого стресса, быстро получили, вышли из адреналового напряжения в эндорфинное состояние нервоническое, то там вот этот контраст, что вы быстро сняли стресс, дает взрыв эндорфинов. Да, это как вино, как алкоголь. Это такое состояние кайфа, такое состояние пофигизма, когда вы там прямо отдыхаете, мозг отдыхает, клетки мозга накапливают запас питательного вещества, кислорода. Когда весь организм отдыхает, это санаторное состояние, когда мозг отдыхает, восстанавливаются силы, восстанавливается энергия. Раньше она все время тратилась на выживание, теперь появляется экономия вашего жизненного времени, ваша энергия, и появляется свободная энергия для творчества. Теперь начинают решаться эти вопросы, которые раньше для вас были нерешаемыми. Там много чего хорошего происходит, это состояние безмолвие. Это состояние такой легкой пустоты в голове. Это состояние эмоциональной отрешенности. Это приятное состояние, когда ты как бы ни о чем не думаешь. И в то же время ты понимаешь, что ты о чем-то думаешь. Но в то же время ты, я говорил уже, и участник событий, как бы его свидетель. Эмоциональное дистанцирование, эмоциональная отрешенность. И в этом состоянии вы можете, как я начал вначале говорить, создать позитивную доминанту отношения к чему-либо, к стрессу, например, в этом нулевом состоянии, которое вы можете получить с помощью методики разгрузка, это подбором действий синхронных текущему вашему состоянию в моментах применения. В этом состоянии нуля вы можете сделать перезагрузку. То есть, воображая себе, мечтая о том, что при любом столкновение со стрессом, при любой ситуации неопределенности, когда вы обычно себя начинаете накручивать, воображая себе негативные последствия ситуации. А здесь вы будете после этого мечтания, когда сталкиваетесь со стрессом, ждать приятных событий. И на самом деле они будут происходить, потому что у вас меняются фильтры восприятия. А чего ждешь, на то и настраиваешься, на это у вас и установка психологическая. Психологическая установка – это предварительное распределение энергии психической на предполагаемую реакцию. Таким образом, разгрузка с перезагрузкой, она, между прочим, всегда и происходит. Когда вы, например, фобическое состояние для себя формируете, ваши фильтры настроены
На пике наибольшего напряжения может это произойти, мгновенно может произойти. Например, давление резко подскочило, атмосферное или артериальное давление подскочило, состояние ухудшилось, и вдруг появилась идея, что теперь вы будете плохо себя чувствовать, и начинаете накручивать. А теперь вы, после того, как делаете перезагрузку, то есть там вы освободились на нуле, от всех блоков ума и тела, вы вышли на это состояние внутренней беспредельности, бесконечности, где нет границ для вашего воображения. В этом состоянии помечтали. Там нет страхов, комплексов, стереотипов, там нет эго. Там вообще нету ничего, там пустота. И поэтому, если вы хотите получить ответ на какой-то вопрос, в безмолвии вы можете получить ответ на вопрос. Там нет пределов. Вы там общаетесь с безвременем и с бесконечностью. Вы можете не только ответ на вопрос какой-то получить. Вы можете сформировать новое отношение к стрессу. Чем больше стресса, тем больше сил. Вот такое отношение можете сформировать. И для этого, ведь мне многие часто задают вопрос, новички, которые не знают, что такое разгрузка с перезагрузкой. Вот я и говорю. Подбираете действия синхронно текущему состоянию, то есть резонансные действия, по критерию максимального соответствия индивидуальному, то есть по критерию максимальной комфортности и простоты, перебирая разные варианты. А эти варианты у нас их прямо очень большое множество. Это вот 70 приемов, новых приемов в плейлисте на канале YouTube у меня. Плейлист, новые приемы. Пожалуйста, там смотрите. И подбирайте себе эти приемы, которые вам подходят. Которые не подходят, отбрасывайте. Ищите только то, что вам приятно. То, что неприятно, не нужно делать. Подбирайте то, что вам приятно. Это такая школа, где вы учитесь делать то, что вам проще, решать вопросы таким простым способом, потому что очень трудными способами может любой дурак решить вопрос. Так вот, ищите, а это развивает творческое мышление. Как найти наиболее простое действие сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Поэтому наша школа, человек будущего Homo Futurus, она еще называется «Школа человечности». Вы там поймете, разберетесь, когда вы делаете вот эти приемы, подбираете приемы, а сам процесс подбора путем перебора, то, что есть только в ключе, он развивает творческое мышление. Это уникально, потому что если вы зададите себе вопрос, как развивать у себя творческое мышление, вот подбирайте тот прием, который вам подходит, и этот сам процесс, сама процедура подбора развивает креативность ума. Потом вы все другие вопросы решаете проще и эффективнее. И вот теперь, возвращаясь к началу, подарок вам. Я уже сказал, посмотрите плейлист на канале YouTube «Новые приемы». Прочитайте мою книгу, которая называется «Новые приемы. Метод ключ. Белые стороны черной дыры страха». Там как использовать энергию страха для решения нерешаемых вопросов, как стресс-трамплин. Да. Выйдите на канал Телеграма «Метод ключ» Хасая Алиева. Да. Войдите в ВК у меня, войдите в Одноклассник у меня, войдите в другие сети у меня, в группы. Ну там же все под роликом вот этим описание есть. В этом описании все контакты, куда входите, что. Пожалуйста, пожалуйста. Я почему это повторять должен? Потому что многие слышали звон, да не знают, где он. Все говорят, кто ко мне заходит, да, мы слышали про ключ, а вот как делают перезагрузку? Ну вот я вам рассказываю. Посмотрите там приемы, подбирайте приемы, выходите на нулевое состояние. Это очень просто. И когда я говорю, что это очень просто, ну, мне обычно говорят, дайте мне этот прием. Это просто по сравнению со всеми другими методами в мире. Они вообще просто.
Вообще просто как это может быть? Потому что вы один человек, а ваш сосед другой человек. У вас есть свои особенности, у него свои особенности. Поэтому принцип ключа – это принцип подбора путем перебора по критерию максимального соответствия. Это то, что сегодня нам нужно всем, потому что сегодня век стресса и век интернета, век виртуальной реальности. И вот как раз метод ключ помогает каждому именно в наше современное время сократить это время для поиска ответов, для поиска собственных приемов, а не подражать кому-то и не слушать чужие советы. Может, кому-то это подходит, а вам, может быть, нет. А вот чтобы подобрать то, что подходит вам, и есть как раз-таки метод ключ. Друзья, я вам рекомендую целебный ролик «Помоги себе сам» на YouTube-канале. Я вам рекомендую ключевое дыхание. Я вам рекомендую прием кулачок. Я вам рекомендую вот этот главный принцип ключа, принцип подбора путем перебора, да, который развивает вашу личность. Вот падает, это стресс, а я никак не реагирую, потому что каждый стресс, который возникает, я его энергию беру и как в айкидо перекидываю на решение тех вопросов, которые у меня еще не решены. Я их заранее заготавливаю. И вы так сделаете. До встречи, друзья.